делаю сегодня печеньки. Артема просил печеньки мама сделать. Я буду делать песочные печенья. Часть будет из какао, а часть обычно. Здесь 2 яйца, пачка масла, что там еще у меня? Стакан сахара и 400 грамм муки. Сначала я взбила яйца, потом добавила сахар. Нет, вернее, яйца с сахаром взбила в небольшую такую белую пену, ну слегка. Потом добавила масло. Сейчас буду добавлять еще разрыхлитель, чайную ложку, и добавлю этого муки. И ванилин еще добавлю для вкуса. Потом разделю тесто на две части. Одну часть я сделаю с какао, а одну часть обычно. Так что вот. Потом покажем, что получилось. Сейчас Артемка придет и будет сеять с такого стаканчика. Мы все добавили. Артем просеивает муку. Здесь у меня ванилин сразу и разрыхлитель. Зачем ее просеивать? Ну, чтобы лучше выпечка была воздушнее. Всегда сеют. Итак, первое печенье с какао у нас готово уже. Сейчас еще будет такая же тарелка, только ванильная. Вот один профиль еще раз не готов. И вот Артемино произведение. Что это такое? Не знаю. На розочки не похоже, на башенки непонятно. Это еще три коржика у нас. Ну, Артем разошелся, все пудрой обсыпал. Здесь прям как снегом. Замело их. Тима, хватит, а то попа слипнется. Тут уже и какао сверху уже бахнули. Все, харе. Тёртым вкусно? Угу. Невозможно оторваться. Ну, знаете, очень вкусное. Артём, повернись сюда. Посмотрите, о чем сделал своими волосами. Он взял скотч себе, намотал на голову. Вот ты нормальный, скажи, человек? Очень. Сначала кошки намотал, сейчас отклеивали, сейчас на голову себе намотал. Ты вообще адекватный, с головой дружишь? Нет. Сейчас волосы все вырвешь себе. Будешь лысый ходить? Нехорошо. Будешь лысый ходить? Нехорошо. Тёма. Никогда различно, да. Ну, Тёма, как будем отрывать-то теперь? На лосы бриться только? Да. А что, ножницы обрела вообще? Волосы бритой на лосы. Завтра лысый в школу пойдешь, да? Ну да. Я жду ножницы. Вот что ты делаешь, а? Ой, пошла отклеивать ему потихонечку. Взял еще с такими слоями, намотал, Артем. Как отрывался тебя стричь, что ли? Давай сюда ручку. Не ломай ручку. Не ломай ручку. Берет, ломает ручку еще. И сейчас папе фотографию в WhatsApp скину, Артем. Артем! Ну давай сюда, а? Уберем на начало, конец. От часть оторвала, он, смотрите, что берет, мочит. Да не поможет тебе вода, я тебе говорю. Скончик найдем и тихонечко снимем. Ай! Вот так вот. Вот ты намочишь, сейчас вообще не оторвем. Я тебе серьезно говорю. Вообще будет сложно, будет мокрый отрывать. Ой-ой-ой! Ну что делать, отрывать силой? Как, лану собриться, что ли? Ой, господи, боже мой. Ой, с горем пополам все сняли. Было реву, конечно, много. Че, будешь дружить с скотчем больше? Да. Иди суши голову. Зачем намочил ты ее? По сухой бы, потихонечку бы сняли бы и все. Ой, Артема, а? Приколист. Иди переодевайся. Так, ну все. Леша клеит поролончик. Приклеим сюда один слой, наверное, и сюда два. И на дно еще тоже слоя два, наверное. Елка-то стоит. Не знаю. Чем гадуется в клею вообще? Ой, прям насквозь клея много. А вон? Намного не клей так держаться будет, мне кажется. Ну, главное, края снизу, сверху он клеит, и все. Артем, иди помогай, а. Не могу. Что такое, блин? Че? Почему не можешь? Потому что. Он мой компьютер охраняет, видишь? Не охраняет, он там какую-то карту смотрит, Google, земля. Не было печали. Давай садись, покажем, что у тебя тут случилось, да, с пальчиками. Клей капнул. Какие пальчики, покажи.
В общем, он ожог себе получил. Ну, клей прямо туда. Вы не фокусируется. Положи два пальца сюда на руку мне. Давай, покажи. Подожди, но не фокусируется. Ну, вот клей туда прошел сквозь кожу. Ладно, хоть не средний, а то бы ходил вот так растопырку по этими пальцами. Ой, как сильно-то. Ну, я ему спасателем сверху намазала, я не знаю, можно, нет. Представляете, клеем вот этим, как он, пистолет? Да там, блин, он склеил скатился. Склеил пальцы да? Или что? Он скатился, короче, я не ожидал, что он вообще капец, стал. Короче. Ничего не доделали. А он, короче, видимо, такой тягучий стал. Быстро катится, короче, и скатился мне на пальцы. Как идти-то? Через неделю у него там это, туда-сюда конкурсы всякие, стрелы эти серебряные. Да никак не идти, блин. Ну как вот так вот идти теперь? Да не пойду я, да и все. Ну конечно! Проголосуйте, чтобы он пошел вот так с двумя пальцами обинтованными. Не надо, не голосуйте. Ой, короче, я оставлю ссылку под видео, голосуйте за него. Актуально сейчас, голосуйте. А то он пальцы повредил, бедняга. Надо, чтобы он вышел на сцену. Как работает-то? Не знаю. Ой, блин, ну что делать-то теперь реально? Они сдулись у тебя? Ну это кожа получается ожог, а что делать? Самый настоящий ожог пальцев. Не знаю, спасателем намазал. Нифига как пожелтело, да, побелело, она будто гной. Да, прошла. Что делать-то? Может укол надо какой-то вовнутрь? Блин, не знаю, пошла и почитаю в интернете, что там делать. Клеем обжегся. Ожог от клея, что-нибудь такое. Там же химия. Он ему таблетку дала, обезболивающую, не знаю, поможет, нет. Смотри, сколько мусора. Ну это потому, что я пальцы поджарил. Короче, смотри, здесь получилось два слоя здесь, один слой здесь и один общий слой здесь, и еще сверху намотали. Скотчем здесь затянули, чтобы не было вот этих гармошек и ступенек, и сверху еще пленку натянули. Да не очень. Чтобы легче было натягивать ткань, потому что она не натягивается. Так что вот, пробуем. Ну, в общем, все, стул готов. Надо запечатлеть на память два пальца. Выстраданы. Все готово, мне так нравится. Даша, спасибо, видишь, как классно сделал. Итого 1200 рублей. Вышло? Видите, как дешево. Че дешево? Ты, по-моему, проще новый купить. Нет. Да чего нет-то, блин? Ну вот. Добавил столько же, новый стул купил. Ну такой немножко шуршит. Слышите? Ну потому что этот скотч добавили. Ну ничего, спецэффекты добавили еще. Так-то нормально сочетается, шторы, сидушка. Как миленько, видите? Артем тут сидит, костюм надел новый. Анфиса попрошайничает. Видите, этикетку даже не снял, сидит. Артем, сними костюм. Не могу. Как кнопку-то нажимать? Уважаемые телезрители, вот, у меня такое желание, просто Лена моя постоянно стебется, то я хочу тоже. Да, это ты надо мной всегда стебешься, кстати. Я тоже хочу постебаться. Ты просто что-то попутал. Она говорит, я, говорит, напекла печенье, Леша, для тебя. Не для тебя, для всех. Ну, для всех. Вот. Говорит, они немножечко, говорит, перегорели, да, вот. Да-да, немножечко перегорели. Ну, это тесто такое умное. Тут вроде нормально, но тут вот немножечко перегорели, да, Лена? Сегодня звездный час, Леша. Не, не звездный час. Я просто всю жизнь мечтал такие вот усы, как у Д'Артаньяна. Смешно. Эй, каналья! Да, Лёшка. Че, Лёшка, я еще месяц потрачу, так. Давай на Деда Мороза уже. Бегудишки мне свои дашь? Ну, могу, да, отростишь. Эй, каналья! Я тебе потом осветлю беленьким, да и все. Эй, порадуемся на своем веку. А что, мне нравится? Месяц еще пройдет, все будет зашибись. Дед Морозу пойдешь подрабатывать. Спасибо. Ну, всем пока.